добрый день, дорогие батя и матушка. Шлю свой искренний привет и наилучшие пожелания. Получил письмо от мамаши, очень рад. Мама, словарь получил, я еще за одером, ок его пестрина. Он мне очень пригодился, хотя сейчас времени мало. Однако, нет-нет, да и заглянешь. Получил известие, что война вообще закончилась. Все рады до безумия. Как говорят, у некоторых старичков сейчас чемоданное настроение. Размышляют, как ехать домой, маршрутом Берлин-Москва или Берлин-Киев-Харьков. В общем, многие подзадумываются насчет дома. Мама, живу сейчас прямо в Берлине, на одной из центральных улиц. Этот район еще не так развит, а там, где мы были 2 мая, это действительно дни развалины. Буквально ни единого целого дома. У нас война закончилась еще 2 мая, в полдень, и в данный момент не верится, что войны нет. Всего неделю назад ухали пушки, играли «Катюш», выли снаряды, а сегодня тихо. Мама, в этом письме высылаю благодарность за Берлин и 2 фотокарточки. И в другом письме тоже высылаю благодарность. Прошу благодарность за Берлин поместить право. Мама, поищи, пожалуйста, среди учебников грамматику немецкого языка для средней школы или 10 класса. Если найдешь, то вышли по почте, а Тане письма стал получать чаще. Я пишу ей и бабушке довольно регулярно. Кончаю с приветом.